Где 17 тысяч? А? Где 17 тысяч? Хорошо. Тот приговор, который был вынесен братьям Навальным, я полностью согласен с тем, что действительно подлый приговор, когда заложники берут родственников. Сумма ущерба, которая была нанесена якобы вот этому предприятию в Роше, это разница между себестоимостью и услуг, которые они оказывали, и счетами, которые они выставляли этой компании. И по такой схеме можно привлечь абсолютно любого бизнесмена. Не знаю, что я купил, там, не знаю, пирожок за 15 рублей, продал вам за 20, и вот 5 рублей я вам нанес ущерб. И меня за это посадили. С Новым городом! Тут красиво, приезжайте все сюда, тут прям вау, красота, спасибо. Чуть-чуть еще за стол подождите. Пройдите за стол. Вот, Микробус рядом стоят. Я даю лайк. ПС рядом стоит штампой микрофон. Сейчас прокатим. Вишка далеко от нас. Хорошо. Да, лишность все окей. Предупредите задних, чтобы не толкали передних. Раньше в монастырь отправляли, раньше отправляли куда-то в башню в заточение, сейчас придумали затачивать в собственных квартирах. Поэтому я могу только сожалеть, что человека довели до такого состояния, что он вынужден нарушать закон, потому что сегодня, наверное, эмоционально его понять можно. Вы продажные бабы. А ты молчи, подними. Вяженые. Освободить площадь, не мешаем проходу другим гражданам. Согласовано органами исполнительной власти города Москвы. Расходитесь, не нарушайте общественный порядок. Убедительная просьба не поддаваться на призывы и не участвовать в провокациях. Не мешаем проходить другим гражданам, не создаем толпу давку. А что, Донбасса захотелось, что ли, я не понимаю? А вы угрожаете? Я не угрожаю, спрашиваю. Еще надоело нормально жить с электричеством, да? А, вы предлагаете нас в каменный век. Да зачем? Он в каменный век уже. Он в Луганск, конец, в каменном веке. Да. Вам этого хочется? Вы знаете, все мы за хорошее, все за хорошее, да? И против плохого. А можно вас фотографировать за 100 рублей? 100 рублей? За 100 рублей я тебе полтинник дам. Говорите, говорите. Вот. Поэтому все это бессмысленно. Разговор идет не об этом, что мы хотим, чтобы у нас было хорошо, а там было плохо. О чем здесь разговор идет? Скажите, пожалуйста, о чем? Россия! 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 Я не хочу Майдана! Я не хочу Майдана! Я не говорю! А зачем заводить народ? Чтобы меня услышали! Услышали! Другого нечего делать! Есть законы! Россия, это жизнь! Россия, это жизнь! Россия, это жизнь!
свободу России! Уважаемые граждане, ваши действия незаконны. Ваша акция не согласована с органами исполнительной власти города Москвы. Расходитесь, не нарушайте общественный порядок. Убедительная просьба не поддаваться на призывы и не участвовать в провокациях. Не нарушайте закон. Не подвергайте опасности себя и окружающих. Проход в сторону метро Площадь Революции свободен. Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти города Москвы. Не нарушайте общественный порядок. Убедительная просьба не поддаваться на призывы и не участвовать в провокациях. Набрали его, я сказал! Иди сюда! Макс, не отходи. Продолжение следует...